Странно. На разведку. Ёлочки так себе выглядят. Я их удобряла неделю назад. Ох, красавично. Ирисы повылазили. Пион. Древо видно, что-то неживой какой-то. Это тоже что-то не очень. Роза какая-то. Не пойми, будет что-то или нет. Ой, сорока. Зато пион. Очень рада, что у меня пион прижился. И вот эта розочка. Вроде бы зелененькая. Видно. Может, что и получится. А, пиончик. Здесь у меня... Все время забываю флокса. Уже подтянулись. Сирень. Что прикольно. Ага, ага. О, гортензия листики дала. Дал? О, сирень, смотри. Может, что-то и получится у нас. Колокольчики. Ну и этот... Пора уже траву косить. Наказуемый сидит. Нам сегодня от соседей из-за него прилетело. Поэтому больше на воле эта собака не будет ходить. Да, про тебя, про тебя. Только на поводке. Чернозем. Там еще мышечек. Немножко удобрения взяли. Это баклажан. Это перец. Наверняка неправильно что-то делаю, но как есть. Арбуз, все, что осталось. Стопудово ничего не получится, но надежда умирает последней. И вот такие штучки купили. В будущем на них будут висеть фонарики на солнечной батарее. Это мы готовим пару грядочек. Вот. Наверное, зелень посадим. Сюда, скорее всего. Баклажан, может быть. Не знаю, посмотрю. Редиску. Я даже не знаю, что еще можно компоновать. Чеснок. Лучок пробился из семян. А лук еще не пробился. Импровизированная наша грядка. Тут у нас на проветривании наши полуживые помидоры. Опять же, не уверена, что что-то выйдет у меня с этого. Грядка будет доделываться. Здесь еще ничего не сделано. Да. Сейчас, Ванюш. Бегонии мои. Радуют меня. Огурцы у меня погибли. Видимо, им тут было душно. Какие-то цветы. Вот цветочки астры тоже погибли. Это перчик. Цветы перчик. Помидор черри. Пиноккио. Вообще не хочет ничего. Это, по-моему, единственный остался. А, вот еще, но тоже ему хана. Вот такой вот огородник с меня. Ну, тут цветочки уже более-менее на что-то похожи. Это перец. Ну, бегония вообще молодец. Да, я знаю, сынок, они везде. Сегодня-завтра будем доделывать вот эти грядки. И ветерочек, и солнышко. Вообще 22 градуса сейчас. Погода хорошая.
Вот эти дуги будут у нас. Получается, у нас по 2 метра всего будет две грядки. Дуг мало купили. Одну длинную делать, она будет ни к селу, ни к городу здесь. Хотела по 3 метра две штуки, но не выходит, я неправильно рассчитала. Вот такие вот дела. Все кусты у нас вроде бы хорошо себя чувствуют, кроме вишни. Вишня что-то не пошла. Не знаю, будет с ней какой-то толк или нет. Потому что как была она вот такая, так ничего и не происходит. Они вроде бы есть, эти почки, но вроде бы они и не живые. Да, заяц? Смотри, какой. Вот. Там слива. И это вылученная или какая вишня. Пора траву косить с ручником. Уже вон какая. Где папа? Папа пошел водичку попить. Я тоже хочу. Что там будешь делать? Давай палатку поставим. Я буду хочу. Домик уже все. Наверное, надо отдавать. Неинтересен он более Ивану. Один раз посидел там. Достаточно. Подойди к домику. Ты его, по-моему, уже перерос. Подойди, я рост. Да, внизу он не может, по-моему, рост встать. Мошки эти. Боимся мы всего. Что старше, что младше. Старше я. Я покрасила лавку. Лавка была дежурная, чисто так, на время посидеть. В итоге так хорошо прижилась у нас. Поэтому пусть будет в цвет нашей шпалеры. А уже потом, когда что-то постоянно здесь появится, ну, будет рабочее. Да, Няшка? Сынка? Печатаешь? Кому? Деду Морозу? Ай-яй-яй. Хитрый такой, да? Хитрый? Во. Здесь у нас перцы и баклажаны, которые что-то уже все повяли. И там с краю арбузика 4 посадили, посмотрим. Они все теплолюбивые, насколько мне известно. Ой, папочка там красивая, сиреневая. Летает. Сейчас вот это вот мы накроем. И сюда зеленушку, наверное. Какой звон? Я тоже. Я впервые вас такой гадюмовку вижу. Вы же заявите. Вот это сюда. А я скакал за ним гадюмовку. А я тут такой. Если хочешь, спи. У нас вечереет.
Меня красивая. Вот. Я готовлю ужин. Наверное, ничего не видно. Здесь куриная грудка в сырном соусе. И колбаска вкусная. Там макарошки и Ванину сосиску кинула, чтоб сварилась сразу. Туечку купили на распродаже. В обе. Не знаю, суховатая какая-то, приживется, не приживется. У нас тут теленок пасется. Папка у нас сегодня поработала на славу. Пойдем посмотрим его труды. Симба здесь раскопал, кого-то искал. Так. Эту грядку мы сейчас накроем. Здесь зеленушка. Зеленушка. О, редиска и морковка. Что из этого выйдет, я не знаю. Повторюсь, это мои первые посадки. Тут у нас уже накрыт перчик, баклажан. Это завтра все уберем. А то время уже 8 вечера. О, красота. Да. Мои мертвые помидоры почти. Грядочка завтра доделается здесь. И здесь. Завтра мы еще семена посадим огурцов. Перец вот сюда посадим. Ну и в следующие выходные бегонию посадим. А астронавт посадить еще завтра. И будем ждать. Если у нас ничего не получится, готовим, купим готовую рассаду и пересадим здесь все. По новой, только уже готовое. Я думаю, вот эту закрыть, а ту оставить. Ну, сделай так. Да, еще светло можно было бы поработать. Но уже дофига комарья кусачего. Вот. Ладно. Это уже все. Завтра. Все, ужинать и отдыхать. Да, Симба? А ты гулять? Пойдешь гулять? Ох, какой вид. Небо-то какое. Смотри, какое небо. Всегда на две части делится. Ты заметил? Красиво. Так интересно. То розово там какое-нибудь. Симба, у тебя красивый, шикарный вид. Слушай, ну комары как взбесились. Да, бля, я вон. Фу, прям в лицо. 20 минут. О, а здесь смотри, как красиво. Ладно, все, я пошла в дом, а ты вот чуть-чуть так, прям. Не будем? А, будем, все, блин, точно. Закрыть нам. Ну, да, да, конечно, гулять, гулять, мальчик собрался. Мальчишки на выгул. Пошли, иди. Пойдем. А я пойду Ивана кормить. Куда ты? Гулять иди. Пойдем гулять. Иди. Пойдем. Свобода. Пойдем.